первые занятия волейболом в новом культурно-спортивном комплексе, который построили в Белоярском районе Новоалтайска. Он является структурным подразделением Центра культуры «Современник». Открытие новой площадки прошло накануне. От года к году наши возможности растут, и результаты не замедлят проявиться и сказаться. Самое главное, чтобы здесь творилось искусство, чтобы здесь спортсмены готовились к своим стартам и показывали высокие результаты, здесь воспитывались личности, ковались характеры. Все для этого здесь, в Белоярске, у нас есть. Зрительный зал практически на 200 мест оснащен звуковым, световым и проекционным оборудованием. В здании также расположились филиал городской центральной библиотеки и звукозаписывающая студия. Будут заниматься хореография в двух направлениях, вокал также в двух направлениях. Затем будет представлено инструментальное творчество коллективом и театральное творчество также коллективом. Много было поступлений, точнее желаний уже записаться молодого поколения. Это в кружки, в секции, в наши культурные клубные формирования. Ну а среднее и зрелое поколение, конечно, долго уже ждали первых мероприятий, которые пройдут на сцене нашего культурно-спортивного комплекса. Нет отставаний по части спорта. Два оборудованных зала, раздевалки, душевые и тренерские. Штат из 6 наставников уже набран. И теперь активно ведется набор юных спортсменов. Смогут работать несколько отделений. Это у нас греко-римская борьба будет работать. Откроем новое совершенно отделение баскетбола. Также футболисты будут у нас там заниматься и легкоатлеты. Плюс будут работать оздоровительные группы для взрослого населения и сдача норм комплекса ГТО для нашего населения. В спортзалах будут проходить различные соревнования. Так, первенство города по мини-футболу среди взрослых пройдет уже в конце января, среди детей – в феврале. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.